Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики. Всем огромный привет, кто нас смотрит из зимней солнечной Алании компании Arbat Homes. Я Татьяна Пекер. Хочу поделиться сегодняшней погодой с вами. Как вы видите, я опять без верхней одежды. Сквозь тучки видно солнце. На солнце, в принципе, тепло. Где-то сейчас, наверное, плюс 12, плюс 13 градусов. А полчаса назад здесь был проливной дождь и был вот такущий град. И представляете, все это быстренько разбежалось и снова стало солнце. Вот оно, Средиземноморье, вот она, наша многогранная Алания. Что сегодня у нас на повестке дня? Квартира 2 плюс 1, предложение вторичного рынка недвижимости, стоимость 120 тысяч евро. Сейчас вы все начнете писать в комментариях: о, это какая-то у вас накрутка, наценка. Почему такой ценник? Потому что это все зависит от спроса. Вот чем больше вы интересуетесь недвижимостью, тем и дорожают наши квартиры. Уже за 30, за 40 тысяч, к сожалению, квартир нет. Это предложение от хозяина. Несмотря на квартира, это у нас новая, в квартире никто не жил. Но так как продает ее собственник, соответственно, цену устанавливает собственник. 120 тысяч евро. Поехали в квартиру. Предложение, ребята, отличное. Единственный спорный вопрос относительно цены, но я уже проговорила это в начале ролика, поэтому пишите в комментариях, будем с вами спорить и ругаться. Мы в коридоре, дверь отличного качества, видим сразу же домофон, и вот этот шкаф встроенный сделал уже хозяин. Напоминаю, что это предложение вторичного рынка недвижимости, стоимость квартиры хозяин устанавливает сам — 120 тысяч евро. Когда застройщик сдал в эксплуатацию этот дом, комплекс, здесь была только ниша. То есть вот такой вот шкаф и для одежды, и для обуви установил у нас сам хозяин. Здесь детская или гостевая спальня. И с левой стороны от меня в коридоре находится ванная комната. Вся выполнена в светлых тонах полностью. Есть все для вашего комфорта здесь. Хозяин настолько человек со вкусом, он даже поменял раковину, которая была от застройщика, немножко простоватая для этой квартиры, поэтому мы старую спрятали, новую посмотрите. И сразу напротив входа в квартиру гостиная. Гостиная светлая, просторная. Как вы видите, все выполнено в светлых тонах. Также обращу ваше внимание сразу же, здесь очень симпатичные люстры. Люстры не дешевые, очень классно сочетаются, конечно, и в принципе гармонируют с цветовой гаммой и с мебелью. Слева видим мы симпатичное трюмо, не просто купленное где-то на блошином рынке. Хочу сказать, что это все очень хорошего качества, вместительно. Можете тоже сюда сумки, аксессуары поставить, два симпатичных зеркала. Видим сразу зону отдыха и обеденную зону на 4 персоны. Мы немножко с оператором сделали здесь перестановку. Здесь, в принципе, место для телевизора. Телевизор сегодня-завтра подвезет хозяин, в стоимость это будет также входить. Мы поставили пока два кресла и журнальный столик, не хватает какой-то вазы с цветами. А вообще, в принципе, можно вот это местами поменять, это уже на ваш вкус. Диван не раскладывается, сразу скажу. Шторы, текстиль, вся мебель, техника, все в квартире новое, в стоимость входит. Кухня отличная, угловая, как любят хозяйки. Подсветки и освещение спотовое также установил хозяин, чтобы было более романтично и светлее. Мы видим здесь новую фирмы Beko электрическую панель, новая духовка, вытяжка, пожалуйста. Все шкафы с доводчиками отличного качества. Новый у нас холодильник. В каждой комнате имеется кондиционер. Еще хозяин сказал, что сегодня вечером на середину постелит большой персидский ковер. Смотрим с вами родительскую спальню. Родительская спальня полностью меблированная с аксессуарами. Сразу у нас получается king size кровать напротив двери. Еще один санузел, просторный шкаф. Также качество я оценила. Не с блошиного рынка. Две прикроватные тумбочки видимы и трюмо. Осталось только поставить какие-то настольные лампы на эти тумбочки. В спальнях у нас идет ламинат бежевый, кремовый, слоновой кости, а в гостиной, соответственно, идет плитка. Здесь есть балкон технический,
небольшой, блоки кондиционеров также. Здесь можно, в принципе, поставить сюда сушилку, курительный балкон, окна выходят на запад. Вообще, все окна квартиры выходят на север и на запад. Самые мои любимые стороны. Глянем сейчас еще детскую или гостевую спальню и будем рассматривать и подводить итоги на балконе. Симпатичная, немножко в другой цветовой гамме. В плане текстиля оформлена детская или гостевая спальня. Две односпальные кровати мы здесь видим. Одна прикроватная тумбочка и шкаф. Балкона здесь нет, окна выходят на север. Симпатичная очень люстра, а также новый кондиционер-инвертор фирмы Beko. Друзья дорогие, подводим итоги. Что мы с вами сегодня смотрели? Во-первых, квартира в районе Махмутлар. Наш любимый русскоговорящий район. 2+1 находится на фактическом 5-м этаже. Комплекс состоит из одного 9-этажного блока. Сразу про инфраструктуру, и айда составляет 200 лир. Это открытый плавательный бассейн. Конечно же, услуги управляющего КПЖ 724 всегда поможет и ответит на ваши вопросы. Имеется также генератор, сауна и хамам. Вот-вот, прошу прощения, сауна, тренажерный зал. Вот-вот будут уже готовы. Площадь квартиры составляет 110 квадратных метров, 2+1. Два балкона, один отдыхательный, а второй у нас технический или курительный, как вам удобно. Вся техника, вся мебель абсолютно новая и не на блошином рынке куплена. Очень высокого качества, 120 тысяч евро стоимость этого предложения. Эта квартира новая, в ней никто не жил, но так как это предложение от собственника, мы говорим вторичная недвижимость. Дорогие друзья, еще раз, 120 тысяч евро, окна у нас выходят на север, вот на эти красивые горы, макушки, покрытые сегодня снегом, и на запад. А это значит, что летом вам жарко не будет, и вы будете экономить, не включая кондиционеры. Дорогие мои, комплекс стали в эксплуатацию в прошлом году, 2021, поэтому будьте первым хозяином этой красотки. С вами была Татьяна Пикер из зимней солнечной Алании. Пока-пока.